эксцентриссимо. Когда вы делаете приборку в доме и находите какие-то очень старые вещи, не вздумайте их выкидывать, даже если они не имеют никакой ценности для вас. Вдруг они кому-то другому пригодятся. Житель Великобритании нашел в старой машине две упаковки соуса из Макдональдса 19-летней давности – сычуаньский и васаби, которые выпустили к выходу на экраны мультфильма «Мулан». Давно соус испортился, но разве это что-то значит? Парень решил, что раритет кому-то пригодится, и не прогадал. На интернет-аукционе две баночки купили почти за 15 тысяч долларов. Миллионеры тоже любят покупать странные вещи. Но на засохший соус они не клюнут. Подавай что-нибудь подороже и поинтереснее. Например, один американский финансист купил себе мумифицированную акулу. 8 миллионов долларов за огромную рыбу в аквариуме с формалином заплатил. Когда-то это было произведение искусства, созданное модным художником Дэмином Хёрстом. Но через год из-за неудачной обработки тканей рыбина стала портиться. Правда, миллионеры успешно умудряются до сих пор продавать ее друг другу. Эксцентриссимо.